сам запутал свою паруса. Что? Тяжело? Вообще не тяжело, летел сюда как... Слышишь, мы когда сидели? А мы привыкли вообще, но все на душе не надо. Что-то мне сегодня ночью было очень слышно. Красиво, грациозно. Газели. Ты? Я не знаю. Такая брык внутрь. Не, ну ты? Как через этого, через коня? Так и тут. Так представь, здесь ноги расставить надо. Коль-то он раз. Надо на спину. Ни в длину, ни в ширину. Можно на одну руку и двумя ногами. Ай, браво, молодец. А перед тобой, кстати, это было. У нас еще на ноги повесить, тебя же видели. О, еще и так. Здесь просто не было. Мы тоже такие колесики тягали на сегодня. Нет, дома. Легкая атлетика, когда занималась. А ты в школе занималась? Ну, нет, у нас это, а потом у нас пришел учитель физкультуры ручного мяча. И вот такой сразу. Вот, ручной мяч. Никаких нет.